Сейчас мы в буквальном смысле являемся частью Вселенной. Стоим в букве О в слове «космос». Вся Иволга собралась на одной площадке. Это самое массовое событие за всю историю форума. Флешмоб вселенского масштаба охватил Иволгу в День спорта и здоровья. Участники форума выстроились в слова «Иволга-космос», которые сфотографировал пролетающий мимо спутник «Ресурс-П». В каждой букве более сотни человек. В ожидании космического фото, танцы и веселье. Ощущение вообще невероятное для меня, это впервые. Я вообще не знаю, что получится. Очень много народа. Круто. Круто вообще, увидят нас с космоса. И это круто, на самом деле. Потом, надеюсь, я получу эту фотографию. Надо занять какое-нибудь место, чтобы потом ты себя отметил. Флешмоб символичный. Спутник, запечатлевший ребят, был запущен одновременно с Иволгой в июне 2013 года. Да и слова, которые теперь красуются на космическом снимке, не случайны. Иволга – это форум, на котором есть аэрокосмическая тематика. Ну и, конечно же, Иволга – форум, который он космический, в плане того, что он суперский, классный, интересный и привлекает к себе очень много талантливых, интересных ребят. День спорта. Участники молодежного форума с головой окунулись в здоровый образ жизни. Специально для ребят бесплатная диагностика. Проверить объем легких, определить количество жировой массы в организме и даже пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Вначале, когда ты подходишь к этому столу, такой мандраж, ты подходишь, через 10-15 минут и тебе показывают, так, номер какой, 101, показывают. Отрицательный такой. И, ну, действительно, такое расслабление классно. То, что ты понимаешь, что все хорошо, и ты можешь дальше жить, радоваться. Тест-система по слюне, неинвазивная, очень проста в проведении. У нас 100 человек прошло, очередь стояла, вот только закончилась. Проверив здоровье, ребята отправились на спортивные соревнования. Сдать нормы ГТО, одолеть соперников в армрестлинге, научиться ходить на джамперах. Участница смены «Ты предприниматель» Анастасии Рогожиной железные ходули все же покорились. Ну, шевелись, шевелись. Ровный шаг левой, правой. Левый, правый. Это очень здорово, очень-очень. Просто непередаваемое ощущение, потому что я всегда хотела попрыгать на джамперах. Вот. Для самых сильных и метких – метание ножей. Для проворных и ловких – футбол и волейбол. А для тех, кто стремится забраться повыше – скалодром. Преодолеть многометровый путь наверх удается не всем. Если человек есть задатки на то, чтобы лазить, то есть там, ну, он чувствует себя там, кто по деревьям лазил в детстве, кто что. У них это спокойно получается, даже те, кто ни разу не пробовал, они залазят с первого раза и быстро. А вот те, кто вот не понимают вот интуитивно, у них, конечно, да, им приходится учиться, а иногда даже вообще не получается. На площадке CrossFit в ход идут подручные средства и отличная физическая форма ребят. Пока парни толкают вперед покрышку, девчонки выполняют упражнения на выносливость. Подруги Анастасии и Мария из смены «Патриот» стойко выдерживают все испытания. Даже ожидание своей очереди становится для них веселым и полезным занятием. Хоть и в каких-то видах приходится постоять в очереди, но зато мы находим знакомых, новых друзей, знакомимся, пока стоим в очереди. Так что время зря не теряем вообще ни одной минутки. А еще хорошо, когда в команде занимаешь очередь, кто-то один стоит в очереди, а мы уже другое делаем. А потом также меняемся и все успеваем. Здесь же, на Иволге, можно совершить путешествие в детство. На надувной полосе препятствий только смех и позитив. Победила дружба! Давно так вот не развлекалась, как прям как ощутила себя ребенком. Было очень здорово, мне понравилось. Очень интересный, забавный. Возвращаюсь то самое детство, когда был маленьким ребенком, так хочется еще раз погрузиться туда. Наверное, пойду еще раз пройду. Спортивное новшество на Иволге – трасса фрироуп. Пройти по веревкам, не касаясь земли – задача для самых стойких. Марат Салимов из смены «Спортивная молодежь. Здоровая нация» на канатах держится, как пират из голливудских фильмов. Много лет занимается паркуром. Говорит, фрироуп освоил быстрее, чем ожидал. Смежная дисциплина, которая меня хорошо развивает, то есть прокачивает руки, баланс в целом тела. То есть достаточно очень хорошо и интересно. Участники форума «Иволга» признаются, День здоровья и спорта помог отвлечься от образовательных программ и на славу повеселиться.